прошлый раз мы взяли коробку с потерянными посылками за $200, и это было большое фиаско. А в этот раз мы купили очень дорогую Mystery Box у очень знаменитой компании с хорошими отзывами в интернете. Коробки у них очень дорогие, но говорят люди, что очень прикольные. Давайте посмотрим, если в этот раз нам повезет или опять будет провал. Погнали! Вот, ребята, вот такая коробка. Коробка реально большая. Мы не ожидали, что будет такая огромная. Но, кстати, заплатили мы за эту коробку чуть-чуть больше $1000. Примерно совсем с доставкой получилось где-то 1060 или 1070. Что-то многовато за такую маленькую. Многовато, но... Я думала, там будет коробка. Да нет, огромная, нормальная коробка. Просто отзывы были хорошие, очень хорошие были отзывы. И некоторые даже ютуберы делали эту компанию. Не буду называть эту компанию, потому что... Все захотят. Да нет, не все захотят. Да, я вот думаю тоже. Ну ладно, уже ножницы. Ну что, первую одежду ты будешь... Фига себе запаковать. Я не буду одежду одевать. Будет также одну ты, одну я. Так. Подожди, много очень... Ну опять какая-то легкая фигня. Ну что-то тут потяжелее. Подожди, это, я знаю этот магазин, Женя. Это магазин обуви. Это Jimmy Jazz. Ставки, ребята, какие ставки? Это просто использовали пакет от обуви? Или здесь реально обувь? Так, Jimmy Jazz продает очень хорошую обувь, ну и одежду тоже, по крайней мере, во Флориде. Почему я не знаю эту фирму, ты говоришь Jimmy Jazz? А я ее в молле часто видел, я видел там обувь и одежду. Интересно, по весу, кажется, тут что-то есть как обувь. Ну, в прошлом видео с потеряшками... Дорви пакет. Да не, подожди. В прошлом видео с потеряшками мы убедились, что могут всякую фигню из AliExpress поставить. Но там были реально, какая-то компания была мутная такая. Это большой веб-сайт у них, цены заоблачные. Женя, если это не просто коробка, да ну нафиг. Ребята, вы знаете, что это такое? Это Джордан. Женя, открываем? Давай. А размер какой? Там есть размер? Сейчас увидим. Да, они там есть. Это Джорданы. Ну-ка, подожди, они использованы? Нет, Жень. Нет, они новые. Подожди. Какой у тебя размер? Да, они новые. 9,5. И у меня 9,5. Нам что, новые Джорданы выслали? Если будет... Подожди, это не кто-то их отдал, что ли? Нет, они выглядят как новые, смотри. Да. И вот эта штука есть, знаешь, которую сдалки вот внутрь. Да, у тебя тоже? Да. Ребята, подождите, надо прогуглить. Про ebay-ить. Пахнут. Про ebay-ить. Это не петерсинное слово. Так, ну-ка. Пахнут новые. Пахнут, сиди. Нюхаем ботинки чьи-то, а если кто-то носил. Не, они выглядят как новые, реально. Очень прям вот чистые-чистые. Так, модель номер DC8418-001. Сейчас проверим. Такие Джорданы на eBay в проданных продаются за $150. Плюс 12,80 пересылка. Кое-какие были проданы подороже, за 155, за 160, за 169. Немножко другой цвет, за 170. И точно такой же цвет даже был продан за 190, но взяли предложение. Это использованные за 70. Я думаю, смело надо ставить за $150 и их купят. Уже цвет прикольный, такой Тиффани цвет. Тиффани цвет. Да, теперь я понимаю, потому что... Ну почему, Жень, ты чё? Я буду носить Тиффани цвет. Да? Да, у меня Джорданов никогда настоящих не было. А это настоящий. Класс. Это я могу вам точно сказать. Не, ну слушай. У нас дети спать пошли. Типа. Ага, так, пакет. Ну, они говорили, хотя бы там одна, две вещи будут. Да, они говорили, одна вещь точно будет хорошая. То есть... Моя очередь? Да, я тебе легкие дам. Опять одежда. У, там какие-то странные еще пакетики, смотри. Твердый. Я не знаю. Да. Одежда. Сейчас опять меня с AliExpress будем одевать. Не одежда. Ну показывай, Жень, мне тоже же интересно. Ну, тебе везет, Жень. Мячики.
О, вот это прикольно. А это эти. Это надуваешь водяные мячики. War balloons, которые как же водяные мячики надуваешь, потом устраиваешь войну, да? Их за раз можно надуть. Можно с детьми можно начать. Ну, блин. И плавать. Ой, я это буду носить, когда буду играть в эти войну шариков водных. А это что? Что за мячики? Просто мягкие мячики. Тоже водяные, что ли? Да нет. Тряпочные. Молодец. Идет тебе, Жень. Везет тебе, то есть. На игрушки? Да. Так, здесь что-то потяжелее чувствуется. Здесь что-то посолидней. То даже оценивать не будем. Не будем, да. Сколько там оно стоит? Долларов. Ну, очки 10, может быть. Да, 20 долларов за весь пакет. Инструмент. Ну, что он розовый, это а? Это мне, значит, отдай. Ну, это ты точно продавать не будешь. Я тебя постоянно таскаю твой, и ты постоянно на меня кричишь, что положи мой инструмент обратно. А тут розовый. Мне нравится. Не, ну слушай, это как бы более-менее такая. Ну, более-менее. Сколько они стоят долларов? 20, 30? 30. Ну-ка, подожди, надо посмотреть. 15. Blue Ridge. Какой-то, я даже такую фирму тоже вот. Rechargeable Screwdriver. О, она еще Rechargeable. Ну, можно посмотреть. Я думаю, долларов 20 такой. 20. Ну, новый хотят, может, 30. А, твоя очередь. Моя очередь. Точно что-то серьезное. По-парбовски. Вот. Сразу видно, качество, конечно, и пакетов даже лучше, да, у этой компании. И коробка такая... Деревянная почти. Тебе повезло, тебе не надо еще одну бутылку не покупать. Нет, так, я начинаю нервничать за $1000 нам какие-то бутылки, ну, да, и розовые. Ну смотри, какая красивая. Почему? Женечка всему радуется. И там, смотри, есть шарик такой железный. Да. Мешает шарик. Нет, ну бутылка классная. Ты поосторожнее танцуй, а то сейчас я там на своей программе намучу, будешь опять у меня здесь вытанцовывать. Вытанцовывать, да? Да. Мишара. Мишара. Отвертка, стаканчик, да, ну, 15 долларов, 12 долларов. Стаканчик, да, не будем дать стаканчик, кстати, тебе его дарю. Спасибо. Так. О, тут что-то есть. О, тут две. Там что-то есть? Нет. Тут две вещи, что это? Бум-бэм. Бум-бэм, это что, резинка? Эрейсеринг. Это и резинка. А это? Это сквиш. Это точилка, кажется. Видишь, точилка? Точилка. Или резинка на карандаш? Да. А это что? Это... Groom Essentials. А, для сэндвича. Пакетики для сэндвича. Которые несколько раз можно, чтобы не выкидывать. Смотри, чтобы можно несколько раз их использовать. Классно, Максу в школу. Я даже не знаю, сколько это стоит. Да не будем, Максу в школу такую. Вот это какие-то странные пакеты. Ну, подожди. Что с ними? А, смотри, они так должны быть. Слушай, давай на рвется? Курилка опять какая-нибудь. Да мы все еще не знаем, кому подарить. Давай. Кстати, ребята, из этой коробки, что мы найдем, мы разыграем среди подписчиков. Что-нибудь из этой коробки. Что оранжевое. Давай сделаем так, по традиции, самое лучшее из этой коробки мы разыгрываем. Ну, пока по традиции идут кто? Шузы. Джорданы? Ну, не, я хочу Джорданы. Хотя, ладно, посмотрим. Пацан сказал, пацан сделал. Роав. Курилка? Нет. Блин, слушай. Вот это запаковали. Даем ее. О, а это прикольная вещь. Это заряжалка. Это заряжалка. В машину, в прихуриватель засовываете. Не и здесь только, очень мощные смотри. Эти, здесь телефон. Что здесь, я не знаю. Bluetooth AM трансмиттер. То есть здесь что ли радио можно слушать? Не знаю, радио слушать. Ну, его в курилку, в прикуриватель засовываете. Здесь два USB, чтобы телефон речаржить. Неплохая штучка. Сколько она? Сейчас, подожди. ROV by Anker. FM Wireless Bluetooth FM Transmitter. Надо посмотреть. О, ну если ты такой начала, я такой начну. Music streaming. Можно стримить music. О чем ты? Ну, теперь у меня самое лучшее пока или эти, или вот это стримить music. Я не думаю, что она дорогая. Я думаю, долларов может, не знаю, 30-40. Теперь мы какие-то странные. 20. Так, у меня... Дай мне ножницы, я не могу. У меня тоже какая-то... Звенит? И пищит, и звенит. Че кот так она не делает? Держи. Ну не, мне нравится. В принципе, качество вещей, я вам сразу скажу, ребята, неплохое.
То есть видно, что это не Алибаба. Это где-то вот локально в Америке где-то брали. О, у меня что-то серьезное. Подожди. Держи. У меня мышь. Она выглядит как трансформер. G502. То есть, блин. G502 Hero. Прям как этот. Logitech. Как же, как она выглядит? Она как трансформер выглядит. И такая тяжеленькая. А эта мышь, ребята, оказалась не простая, а геймерская. И люди ее продают постоянно. Вот в августе продано за 100, за 100, за 100 и выше. Даже за 109 и 114. Давайте за 100 и оценим. Да, это она новая. Смотри. А она открывается? Что это? Что это? Что это? А что это так? Там ниндзяцкие звездочки. Кидаешь в соседа, который плохо на тебя прикольно смотрит, когда играешь, в гейминг делаешь. Что тут непонятно? Все понятно. Тут оружие в мышке есть. Сюрикены такие. И кнопочки есть. Да. Это моя мышь будет. Хорошо. Но я посмотрю, сколько она стоит. Ну, вообще, в принципе, обновить. А, не, мне моя Apple нравится. Ну, ладно. Открывай. Мягкая. Давай, если это одежда, ты это меришь. Давай, если это одежда, ты это меришь. Нет. Если одежда, ты меришь. Ты сегодня еще ничего не мерила. Давай. Все, погнали. А ты тоже? Ты и тогда ничего не мерил? Ну я же с камерой. Как я могу мерить, потом на себя смотреть? Жень, ну как сказать? Надо. Надо померить размерчик. Large, мой размер. Ну вообще, вот ты и меряй. Не, ну померить-то, ну, ребят смотрят, ждут, ожидают. Что покраздело? Ребята пожидут дальше. Нет, трусы я оставлю. Хотя я такие не ношу. Не, мне шорты надо. А сколько такие стоят? Да я что, будем считать трусы, что ли? Так, здесь что-то есть. Чего у нас трусы в каждом виде? Кстати, заметьте, ребята, тут даже это... Не подделаешь такое видео. У нас что не видео, то трусы. Слушай, оно не открывается. Рви. Вот как будто вот кто, мы у кого коробки покупаем, они думают, слушай, наверное, у этой семьи трусов нет. Давайте им вышлем трусы побольше. Вот здесь несколько вещей, смотри. Ух ты. Майнкрафт Лего. Дешевый это. Долларов 10, наверное. О, это тебе щетка. О, а это для чего? Это... Ну, щетка, я знаю, что это щетка. Что-то мыть. Какая-то необычная щетка. Это vegetable brush. Это скрабать морковки, картошки. О, точно, смотри-ка, жесткая. Ты картошку же будешь чистить так. Или натирать, чтобы она блестела перед тем, как ее съесть. Она должна быть красивая. И третье у нас здесь. Зонтик. Зонтик. Смотри, какой в горошек зонтик. Не открывай в доме. А, ну да, нельзя. Пакет. У меня хорошая коробка. Давай, теперь ты. Окей. Тяжелая? Не тяжелая, но звенящая. Кроме трусов одежды нет. Ну, трусы пока да, радует то, что нет одежды. Варвар. Цена отличается в коробке. Да, как говорится, вы получаете то же, что вы платите. Ну, за $200 тоже, в принципе, хотел что-то хорошее. А это что? Лампочки. Ух ты, лампочки. Вот это неплохо, слушай, это Philips, это умный дом называется, умные лампочки, наверное. А что, они разговаривают? Да, они тебе же яичницу утром готовят. Хорошо. Это такие, их вставляют, а это LED, их вставляешь, этот, тут смотри, есть такой. Personal wireless lighting, то есть их даже подключать никуда не надо, их просто ставишь, и они работают на батарейках? Фиг его знает, что это такое вообще. Нет, смотри, их, наверное, втыкаешь куда-нибудь вон туда, и потом их с телефона, наверное, используешь. Ну, это регулируешь там цвет, яркость и еще такое. Надо посмотреть, подожди, Philips Hue Personal Wireless Lighting White Bulb Starter Kit. Estimated Energy Cost. Короче, с этими лампочками за электричество платишь доллар 14. В год всего лишь доллар платите за одну лампочку. Надо что посмотреть. Мне как раз для дома неплохо, неплохо. А такой набор лампочек Philips, умных лампочек, начинается с 90 в проданных до 129, 107. Вот я вижу $102, 107, 87, 98. Ну давайте оценим в $90, я думаю, справедливо. Так, я пойду. Вот здесь мягко, а ты вот уже порадовалась, что нету одежды, а вот тебе одежда, наверное, опять. А нет, это не одежда, смотри-ка. Ух ты. Смотри, какой сумарик. А что это? Непонятный цвет. А где фирма есть? И New Day. Новый день фирма называется. Новый день. Дай гляну. New Day. Неплохо. Ну-ка, примерь-ка. Цвет пройди, вон туда, иди пройдись.
Цвет, конечно, жуть. Нормальный цвет, как жвачка. Помнишь, такая жвачка была? Ладость. Пожеванная. Пожеванная жвачка. Так, моё. Вот это. Ну, давай. Ой. Странная, тяжелая. Почему ты все время встряхиваешь? Ну, знаешь, как презенты какие-то, если там что-то стеклянное, не стеклянное, побьется, не побьется. А-а-а. Может, он разговаривает. А вдруг она кусается? Ну, у тебя что-то... Машинное что-то, наверное. У тебя что-то серьезное. Ну-ка. Непонятно. Что-то... Подожди, как у машины... Ну, да ладно, читай уже. А, Corsair. Premium Spillproof Cloth Gaming Mousepad. Фига себе, ребята. Что-то большой мауспад такой. Вы посмотрите, какой огромный этот. Мауспад. Это вот, вот такой, наверное, ковер для мыши. То есть, кто руками вот так работает, значит, он играет с мышкой. Level the playing field. Он, наверное, двумя мышами. Чтобы место было. Как называется? Corsair. Модель MM300 Pro. Посмотри, сколько такая стоит. О, у меня что-то такое тут непонятное. Он прямоугольный, вот размеры. Фига себе, 93 сантиметра на 300, на 30 сантиметров. 90, это вот такой в длину, ребята, и вот такой толщину. Это можно вот на стол положил. А, ну тут сюда и клаву ложат, видишь, и... Extended, видишь? И клаву ложат, клавиатуру, и мышку. Класс, я себе, наверное, на стол такую положу. Такие, а зачем такие большие? Ну, для геймеров. Рви уже, рви. О! О! Игрушки. Ты всегда мечтала. О, это Рапунцель, да? Это Рапунцель? Да. Это которая поет. Запутанная история, у которой длинные волосы. Да. В Америке ее называют Рапунцель, Рапанзел. Не, по-русски Рапанзель, да? А по-америке... По-русски Рапунцель. А по-русски Рапунцель. Рапанзел. А по-английски Рапанзел. Как правильно. И здесь Рапанзел. У нас... Барбя. Big City, Big Dreams. Большой город, большие мечты. Нью-Йоркская штука. Да, они новые, видно сразу, недорогие. Ну, я бы сказал, может, 20 баксов, каждая. Слушай, прикольно, что они новые. Ну да, хорошая компания. Моя очередь? Да. Давай, моя очередь. Мне эта коробочка больше нравится. Давай. Ой, вот сейчас намонтирую тебя, тут какой-нибудь танец такой. Что за пакет нам надо приобрести для наших выпечек? Для наших выпечек? О, кажется, электроника. Да, а что здесь? Что-то для дома тоже. Ух ты, это смарт, умный выключатель для дома. Включает и выключает? Да, он сам включает, когда надо, когда не надо, выключает. То есть сидишь при свете. Вот написано, нарисовано. Я расскажу. Картинка. Я сейчас все расскажу. Сидишь при свете, читаешь книжку, и он вдруг раз и выключает свет. И ты такая, вот, что происходит? Вся на шухере такая. А он потом тебе включает свет и говорит, ха-ха. Давай его установим на Хэллоуин. А для чего он реально? Ну-ка. Вот сбоку написано. Light switch. Такой. Wi-Fi, smart light switch. Wi-Fi, это хорошо, с телефона могу контролировать. Да, то есть, представляете... Light switch, подожди. Download the free app, set up and control. Короче, вы можете anywhere. Выключать свой свет с телефона. Но нужны те лампочки, вон те. Зачем? Потому что этот не контролирует простые лампочки. Он подключается через провода, он подключается к этим, наверное. Control show with voice. Control your home with your voice. То есть, говоришь, свет выруби, и он выключает все. Все, молодец. О! Что-то кухонное, звучит как кухонная какая-нибудь там, этот контейнер для салатов, что-то в этом роде. Точно, пластиковый. Сейчас. Давай. Уфу, как он пахнет, неприятно. Ну как какой-то пластик. О, кар стерео, подожди. А, это installation kit, это установочный набор, чтобы установить вот такую систему. Скажи. Вот видите, там всякие пластмасски. Зачем они нам это выслали? Какой в старых машинах? Я что-то в своей метро. Первой машине. Подожди, Фитц Форд, 1995 понятно, года. Понятно, почему я такой Фитц себе устанавливал. О, Линкольн и Меркьюри тоже. Ну, неплохо на eBay, я короче, думаю. Короче, все машины, которые больше не производят. Долларов 30. Да, долларов 30. Этот снимается. На наш автобус пойдет. А он по размеру подойдет? Не знаю, говорят, с 95-го. У нас с какого? 6-го года. Посмотрим. Здорово. Посмотрим. Если он не очень дорогой, чтобы не мучиться на eBay, мы можем его просто установить к нам. И вот это снимается. Как раз я хотел. Вот это снимается и забирается с собой, да? Как я помню? Да, давай. Моя очередь. Так, твоя. Он туда пусть. А! Ну, конечно, Паша всегда уронит. Да любой уже выбирай. Давай этот.
О! Ай! Иголки? Я не знаю, что колола. Ну, режь. Вот, пакет. Все. Тестироваться будем. Ух ты! Смотри, какой свитерок. О! Да ладно, друзья, ребята, друзья. Это же наш любимый сериал. Как-то повезло. Твой размер, нет? Большеватный. Очень удобно, кстати. Я его ширинкну. Ширинкну, да. Это имеется в виду, ребята, посажу после стирки, он сядет. Да, ух, такая стала, ух, да. Снимается, начало. Теплый, слушай, подожди, подожди. Теплый. Никибеники ели. Ну, у нас уже так несколько осталось. И франшиза. Франшиза. О, у меня эти, кажется, игры или фильмы. Смотри. У меня Wonder Woman. Смотри, новая. Два царик. Quiet Place. Я видел эти фильмы. Это вот Тихое место. Тоже два царик. И какой-то Бэтмен. Фильм какой-то странный. Смотри, какие-то актеры странные. Игрушка. Игрушка. Ну, еще и Best Buy нам по ссылке наприсылали. Неплохо. Тут надо посмотреть, что это. Такой completely random. Угу. Made in Mexico. Подожди, мексиканский Бэтмен. Сколько осталось? 3, 4, 5? 4. Так, я вот это выбираю. Она не звенит. Она не открывается, так надо резать. Такие странные упаковки, я первый раз такое вижу. Хотя, угу. Такие клейки. Оно как будто брежешь, а оно продолжает склеиваться. А, я как-то курилка. Ну почему, может, какая-то электроника. Ну хотя такие блестящие обычно курилки. Нет. Что это? Не знаю. Подожди, это телефон. Таблетка. Нет, телефон. Смотри. Не может быть. Подожди. Apple. Не да не ладно, это, наверное, какая-то. Не может быть. Он запечатанный? Подожди, здесь должно быть написано. Запечатанный. Да ну нафиг, неужели еще и iPhone? Я не верю, знаешь? Подожди. Сейчас открывать будем, подожди. О! iPhone 12 Pro Max. Это который самый большой. Подожди, новый? Нет, отдай. Жень, у тебя Samsung. У меня Samsung, да. Радуйся Samsung. У тебя Samsung, да, не, что-то мне не верится, Жень. Открывай. Открывать? Да, конечно, открывай. Не знаю, не верится мне, что это iPhone. Ну, хотя выглядит как новый. Реально как новый. Такие iPhone стоят сколько? 1100-1200, где-то так. Ну да. Это же Макс, это Pro Max, это самый большой. Да ладно, ну-ка, подожди, дай-то. Да ладно. Я в руках их еще ни разу не держал. Не... Жень, да ну нафиг, ну не же iPhone, почему? Ну-ка, слушай, может быть, мы были какой-то, не знаю, тысячной коробкой, и они нет, всем высылают они фигню. Они сказали... Смотри, слушайте. А ну включи. Держи. Это не AliExpress, нет. Это не какой-нибудь там Али подделка iPhone. Это настоящий не, iPhone. Apple, яблоко. Не, ну это настоящий яблоко iPhone. Классный. Настоящий чарджер. Книжка. Ну подожди, книжка есть? Нету книжки никакой. Вот здесь все. Так, включи его, я не знаю, подожди, как он включает. Подожди. Никогда iPhone у меня не было. Включается. У меня был самый первый iPhone, когда у меня они только вышли. 100 лет назад, а этого не было. Ну, где-то кнопка здесь. Ну, здесь кнопка вот такая. Ну, Жень, ну ты не можешь iPhone включить. У меня ребята, iPhone? Реально, у нас не было iPhone. О! Да, это iPhone. Новый iPhone рабочий. Как это, подожди, ну-ка, Design by Apple in California. Так, подожди. iPhone 12 Pro Max. Pacific Blue. И средняя цена такого iPhone 12 Pro Max, цвет Graffiti Grey, $1200. Но, я не знаю почему, но многие из них были проданы очень дорого, вообще дороже, чем 1200. Вот, к примеру, посмотрите. Точно такой же телефон был продан за 5200 и 2500. Я не знаю почему, как и когда это было. Наверное, это было очень давно и неправда. Давайте его оценим в 1200. Надо сейчас посмотреть, сколько он стоит. Ну, а вот тебе не оставим, тебе нравится твой. Хола. Ола. А почему ола? Hello. Это по разным языкам он говорит. А, прикольно. Да ладно, нифига себе. Бонжур. Это у нас телефон. У нас iPhone. Еще что там есть еще? Сейчас еще что-нибудь. Хорошо, да? Следующий моя. Ложи. Серьезно, подожди. А мы на продажу его. Мы его открыли. А его не.
А как мы его можем продать? Хотя мы можем продать как новый. Потому что мы же его не использовали и не подключали ни к чему. Продадим как новый. Ну или open box. То есть открытая коробка. Положи вот так лицом вверх. Пусть загружается, а то он что-то долго там думает. Положи сбоку. Все, мы Женю потеряли. Вернись, все прощу. Нет. Говорит, нет. Так, продолжаем. Я выбираю, я большую выбираю. Вот это. Тяжеленькая. Ну, что-то еще хорошее будет. Я вот чувствую, просто чувствую. Лампа. Какое продать, Женя? Я только что я сказал? Продать. На розыгрыш. Я сказал, самую лучшую находку мы разыграем. На розыгрыш. В этом видео, да. Блин. Что, блин? Кому-то повезет. Кому-то повезет. У тебя хороший телефон. Слушай, это неплохие наушники, я их знаю. С микрофоном, смотри. Это геймерские наушники, Hyper. Так, подожди, мы Cloud Alpha. Хотя бы наполовину окупили. Я думаю, да, потому что мы iPhone 1 столько стоит. Ну, хотя мы его разыграем, но я думаю, на остальном должны окупиться тоже. Посмотрим. Классно, Cloud Alpha. Надо посмотреть, сколько такие стоят, держи. И вот такие HyperX Cloud Alpha наушники, проданных на eBay от $80 и даже продаются за $94, за $99 и где-то даже видел за $120. Давайте их оценим смело в $80. Выбирай, тебе маленькую или большую? Мне маленькую. Еще один iPhone. Не, да, коробка не похожа на iPhone. Это было бы супер просто удача. Что-то вообще... Неужели вот эта компания, я завтра пойду еще накуплю, блин. Давай. О, это для машины. А, телефоны, чтобы ставить на магните, да? А, магнитик такой, да, его ставишь на машину, приклеиваешь к дэшборду, и потом он... Это классно. Ты давно, кстати, такую хотела. И последняя коробочка. Все, завтра, сегодня пойду еще покупать одну коробку. У них там есть коробки за 5000, представляете, что там? Но они говорят, не радуйтесь, иногда может и не быть. Они говорят, это как лотерея. Нам, наверное, тупо повезло, блин. Может быть. Потому что... Не, ну слушай, по сравнению... О, и какие? Ну, что такое? Тейлор. Авокадо. Это весы. Деревянные знаки. Это весы? Бамбуковые. Да, с бамбука. Это вот ты считаешь калории, когда ты взвешиваешь все, считаешь калории. Посмотри, они какие классные. Прикольные такие. Они сами как iPad Pro выглядят. Класс. Еще бэклайт. Да ладно. И еще жидкости тоже. Ну, прикольно, слушай. Не, вот эти часы. Подожди, какая модель? Тейлор, бамбу, Digital Kitchen Scale. Надо посмотреть. Я не знаю, если мы окупили или не окупили, но в сравнении... С прошлыми, с потеряшками, что-то потеряшками, мне кажется, это было просто, это, как сказать, подстава. Там просто бабки рубили и высылали всякую фигню из Алиэкспресса. Здесь компания реально дорогая. Видно, у них нету дешевых посылок, то есть этих мистери баксов. У них там самое дешевое $500 начинается. И идет там чуть ли не до 10 тысяч. Кстати, мистер Бист, кто знает такого ютубера мистер Бист, у него есть видео с мистери баксом. Тоже он купил очень много мистери баксов. Одна мистери бакс была размером с дом. Он, кстати, кажется, эту же компанию использовал. В одной из мистери бакс, которую он купил за, кажется, $100,000, там была... Four-wheeler такой большой этот. Ну, как джипчик, только без верха. Такой, знаешь, который... Кабриолетик? Нет, которыми просто гоняют по... Здравствуйте. Здравствуйте. Давай. Ну-ка, складывай в коробочку. Ну, работает твой. Новый iPhone выслали нам. Ну, видишь, не пожалели. Мы 1000 заплатили, они нам выслали iPhone, который стоит дороже. Ну, знаешь, для чего? Наверное, чтобы мы в следующий раз потом пошли и купили за 5000. Наверное, так и получится. Еще коробочка как-то так застряла. Значит что, разыгрываем этот телефон, как обещали? Да, поставь его сюда, мы слово наше держим, так что... Но, опять же, с условием, потому что мы вам, вы нам. Где эта белая бумажка была здесь? А, его выключить надо. Я выключу. То есть он новый, ребята, мы его не использовали. Нет. И, как и обещали, ну, зато мне хотя бы Джорданы останутся. Это уже радует. Кто хочет сейчас в этом розыгрыше, надо подписаться на канал обязательно, надо оставить комментарий, поделиться с друзьями и поставить лайк. Без лайка розыгрыша не будет. Я подписку проверяю. И маленькое условие. У меня сейчас 233 тысячи подписчиков. Через неделю. Сегодня какое число? 17. Значит, видео выйдет 19 числа. Сегодня, значит, вы сейчас смотрите, у вас 19 число. Значит, надо за 7 дней, то есть 26 числа, набрать 5000 подписчиков.
То есть должно быть 238 тысяч подписчиков. Если мы набираем 5 тысяч подписчиков за неделю, что, кстати, очень, очень вероятно, мы и больше набирали, ребят, с вами и без розыгрышей. Я разыгрываю этот телефон в рандомайзере, и счастливчик получает новый iPhone за 1100-1200 долларов. Слушай, цвет такой красивый. Нормально? Зато. Нормально. Я думаю, нормально. Нормально. Но мы пообещали то, что самое лучшее. Да. А всего лишь, чтобы участвовать в этом розыгрыше, надо кликнуть один раз на кнопочку «Подписаться». И мне приятно, и вам, ребята. Ребята, было классно. Спасибо, что вы посмотрели. Надеюсь, до конца. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, вы уже знаете всю процедуру, чтобы участвовать в розыгрыше. Надеюсь, кто-то в этот раз выиграет этот iPhone. Надеюсь, мы наберем с вами 5000 подписчиков. Всем спасибо. Всем пока. Удачи.